Вот так людей ставят в управление, если брать работу, специально обученные люди выстраивают, смотрят, почему корпоративы, почему в расслабухе, в напряженке. Все это выстраивается, и из людей строятся технологии. Вы работаете бэк-офис, трудитесь в сопровождении до упора. Товарищ надсмотрщик стоит. Все, работа пошла. Здесь никогда не дается чего-то нового. Товарищ завоеванный, да, контрактная основа, стоять, лежать, бояться. Шаг влево, шаг вправо, вообще сразу, как они там, штрафы, там, наказания, понижение в должности, игнор. Ну, в общем... В админе работы не найдешь? Да, да. А вот теперь как создаются эти компании, да? А так вот, может создаться, можно, да. Сейчас те люди, которые, назовем их, эмоционально здоровы и не нуждаются в похвале начальника, ну, как бы, не, из этой системы, они чем руководствуются? Я знаю, что я знаю. Да? Я прихожу в систему. Сидишь ты передо мной и говоришь: вы знаете, нам нужен такой специалист, который вот это умел делать и вот это вот умел делать. У нас ненормированный рабочий день. Ну, зарплата это, конечно, обсуждается отдельно. И вообще у нас начальник, который вот так говорит и должно быть сделано. Говорю: спасибо огромное. Я очень сочувствую вашему начальнику и очень рада за вас, что вы работаете в такой квалифицированной и классной компании. Спасибо огромное. У меня нет настолько навыков, чтобы я к вам пришла на работу. Ну, да, здесь просто осознание. Просто понимание, куда и зачем, и какой период мне вкладываться, за что. Ничего не рассказано. Значит, меня встроят туда, где есть пустое место. Это будет эксплуатация только того, чего я могу. Значит, меня покидают, если я не бухгалтер и не бэк-офис, значит, меня покидают, но куда-то вот встроят мою способность, что я могу делать, да? И все. И все остальное для меня закроют. Ну, это как мама, полы помыла, хорошо. Не помыла, извините. Получаем по полной программе. А я даже в силу вот это вот первый-пятый, да, я даже не хожу и никак. И только от безнадёги, когда деваться некуда, я хожу, буду торговать, и важно, чем денег дать. Все. Но они говорят: ну торгуй, ну торгуй. Не, я понимаю уровень затрат твоих. Ну, да. Вот так создается, это так люди управляются, да?